Всем привет, с вами Пират, мы продолжаем играть RimWorld. Мне очень много вы оставили комментариев, спасибо вам за помощь. И вы пишете, что можно с разных, в общем, штук, да, делать все. Так, а ну-ка давайте мы посмотрим строение, нет, не строение, по сути. Мне нужна... А, строение, да. Стена из стали. О-о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 -
говорил ничего раньше. Ребят, ну что за тогда? Что за дела? Я не знал, что можно просто с дерева делать. Так, разные. Поместится еще одно, окей. Вот видите, я не знал, серьезно, не знал, что можно из дерева делать. Если бы я знал, то я бы делал сразу. Так, дождь пошел. Пора нам отключать вот это, чтоб случайно не взорвалось, да? Как связываться с кораблем, пролетающим рядом? Ага, у нас нет энергии. Замечательно. Замечательно. Мало пищи. И еще надо сделать стол. Стол, который производство. Стол из бревен. Вот сразу бы так. Ай-яй-яй. Тут кухня. А там постель. Ладно, на кухне спят. Ладно, бывает. Вот это все можно разобрать. Я знаю, что можно как-то выделить. Ну просто... Нет, не сейчас. Это мы все разберем и сделаем небольшую перепланировочку с помощью деревянных штук. А вот ту стену оставим все-таки стальную. Я надеюсь, что это хорошая защита от врагов, которые могут на нас нападать. Да? Так, окей. Вот и день у нас. Вот сейчас у нас много работы. Давайте за работу. Ну и это разберем. И тут сделаем деревянную. А, еще нельзя, окей. Все спят пока. Вот этот стол мне посоветовал сделать. Еще там что-то советовали, по-моему. Но я не помню уже, что на самом деле. Так что, да. Что-то придумаем. Так, еда. Вот, немножко есть еды. Торговый маяк. Вот сразу бы мне сказали, что можно с дерева. Там сразу сталь стоит, и даже непонятно на самом деле. О, готовить кто-то что-то начал. И сразу минуса, да? А нет, идет небольшая зарядочка наших батарей. О, что-то приготовили. Красавцы. Это куда пошел? Ага, охотится. Кожа верблюда. Ага, хорошо.
Так кто-то готовит, кто-то спит, кто-то кушает. А кто будет это все сносить? Че у нас строителей-то нету? О, посносили. Окей. Это я хочу. Это я хочу. Так, а давайте найдем, что мы там сделали. О. Так. Небольшая перепланировочка. Тут ладно, тут кухня, надо эти кровати убрать. Как бы же это сделать? Ладно, сейчас разберемся. Все потихоньку. А что я там только что, блин, я забыл. Что же я хотел? Ладно, давайте сделаем где-то эту штуковину. Вот тут-то поставим. Просто пускай будет у нас... Мебель, лампа. Ладно. Так как-то... Как-то так... Ладно, потом. Я комнаты просто хочу как-то распланировать, но что-то я ж исследовал, а забыл что. Какую-то только что штуковину изучено. О! И как это понять? Где крематорий? Могила. Тут нету. В разном его нету, тут тоже нету, тут тоже нету, тут тоже нету. И что за исследования, которых нету? О! Ага, есть все-таки. Есть. Беру свои слова назад. Все, ладно, живем дальше. А то я что-то на паузе тут. Что случилось? У нас крыша завалилась. Окей. Окей, я понял. Так. Значит, тут у нас исследовательская комната, тут уже ну никак, никак это не сделать. Вот так. Скажем так, это наше старое помещение. Тут отменить, туда дверь втыкнем. Эти две кровати... Разобрать. Мебель. Так, тут комнатка. Я не знаю, насколько их большие делать. Давайте будем делать... Ну, как-то так. Что должно быть в комнате у человека? Вот сейчас я сделаю, и снова будет неправильно. Вот что у него должно быть в комнате? Такие, это большие. Ну ладно, сойдет, да? Сойдет. Это для одного. Это для другого. Так, и сюда надо кровать. И сюда надо двери.
И это что у нас тут? Стол мясника отсюда убираем. Лампа, и тут лампа. Странно. Убираем. Убираем. А, у каждого еще должна быть дома лампа. Не? Ну, хоть так. Поставим им еще по цветку, что ли. Так, и тогда нам нужно все равно этот стол найти мне. Кузнечий стол, портного стол мясника. Куда же мне его? Ну давайте. Тут у нас кухня, как бы, и спальня. Ну тут будет кухня, это я вам скажу, значит. Так что вот эти кровати мы уберем, как только тут комнату наделаем. Так, разные. Слишком много просто работы, сейчас не хочу им сегодня давать. Строение. А эта комната побольше у кого-то будет, походу. Будут обижаться. Ну, надеюсь, что не будут. Это VIP-комнаты. Так, значит, раз, два, три. Значит, одну можно убрать. Ну, потом уберем. Все, 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 играем. Планировочка такая вот у нас. Ой, тут убирается, походу. Лучше б строили. Дождь и так-то падает. О, ночь, а кроватей так и нет. Замечательно. Блин, ну вроде ветер слышно, а так медленно работает эта штуковина. Странно. Это до сих пор охотится? Да поубивай ты уже этих бобров. Этот уснул? Уснул, короче, прям за столом. Воу-в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 оу
Что это? What the fuck? Вау! Эй! Может, ему кто-то поможет? Да... О, да. Просто замечательно. Прямо в дом ко мне высадился. Ой, не тем, ну ладно. Понятно, понятно, понял. Все.
Подождите, все очень быстро так. Окей, кто-то там что-то чинит. Хотя нет. А хотя да. Странно, его лечат. Лучше бы нашего лечили на самом деле. Ноль процентов, окей. Живите, ребят. Нужны кровати. Окей. Блин, так кто-то строит или нет? Никто ничего не строит. Печально. Печально. Блин, этот пират. Ох уж этот пират. Чего он сюда пришел-то? О, кстати. Вот эту комнату надо вернуть. Нормальный вид ей. Вот так вот, да? О, что-то у нас тут работают. О, еда, мясо будет, ребят. Это что, пожар? Его нельзя никак, скажем так, починить. Ему нет доступа. Давайте разберем эту стену. И разберем вот эту штуковину. Его разрушили или к нему нет доступа? О, красавчик, и теперь мне надо. Сделаем тут вот такую штуку. Ну что ж, у нас пошло автосохранение. Я думаю, что пора нам уже заканчивать эту серию. Я начал еще немножко лучше разбираться в этой игре. Не так, чтоб прям супер круто, но нормально. На этом все. С вами был Пират. Если вам понравилось, ставим лайки. Пишем мне комментарии, которые мне очень помогают. Серьезно, без вас я не знаю, что бы я делал. Очень много помогаете мне, рассказываете, что надо делать. Поэтому большое вам спасибо всем. И ладно, всем пока. Будем дальше строить нашу колонию.